Воу-воу-воу, это актуальная игра. Ожидаем ноль зрителей, дамы и господа. Доброго-доброго вам времени суток. Здравствуйте, здравствуйте и добро пожаловать. Добро пожаловать. Значит, идем на кусок карты, на котором написано, что тут вообще ничего нет. И это не оно. Это Крим. Это нам не надо. Нам надо сюда, кстати. Довольно недалеко. Даже вот сюда. Самый центр города. Есть еще вот эта часть города, но там никого нет, я вам сразу говорю. Вот это вот несуществующая часть города. Я не знаю никого, кто бы там жил и кто бы оттуда был. О, кстати. Это очень правильные вещи мне пишут в ЛС. Или нет? Лимитер не включен. А что, игра, значит... Дайте-ка я послушаю. Тяжело, я себя слышу четко, но... Скажите, как оно, потому что игра действительно громковаста может быть. Я ее тогда внутри уже игры потише сделаю. Эта область густо населена, и может быть. Это реально карта Геленджика? Да, это реально карта Геленджика. Она может быть не совсем актуальная, но... Вроде сходится. Саунд на вас ебет, но я вроде громче этого саунда в любом случае. Слишком наравне с тобой. Я вот не знаю, в чем прикол. Я, короче, по микшеру говорю на минус 10 децибел. Вот там лимитер такой стоит. А игра должна на максимум минус 25 быть. То есть я громче на 15 децибел. Но это не работает. Дайте-ка я дам минус 4 еще децибел. Вот так приятнее, комфортнее вам стало. Но саунд, кстати, на самом деле говно. Он может показаться вам крутым, потому что тут басы бьют, но... Это обман.
Я тебе так скажу, я его буду отключать вот примерно с почти сразу, потому что меня он уже заебал. Потому что я ж тестил игру чуть-чуть. Чтоб совсем чуханом не быть, когда включу. Но вот это вот правдивая карта Геленджика. Где-то вот, вот в этих местах я жил в деревне. Может быть здесь, а может быть здесь. Насколько я понимаю, игра даже не разрешит это выбрать. Хотя нет. Можно. Но тут моя деревня вымрет от города. Я как бы обещаю вам, что я весьма успешно вот здесь умру от города, а этот центр рядом набережная. Но не волнуйтесь. Менять название в игре нельзя. Нет, тут нет моего дома, я даже проверил. Тут по нужному адресу почему-то пустырь. В целом плюс-минус нужные дома рядом есть. Похожие по очертаниям, но вот вместо моего дома пустырь. Но вы не сможете по этой подсказке меня выследить. Как моё... Да? Так. Научился паре прикольных фиговин в DaVinci, но... Видос пока так и не случился. Еще и подцепил. Подцепил вдохновение, из-за чего он теперь больше будет. У вас проблем с картой? Нет, у меня их нет. Сейчас я еще хочу вам показать, но она, по-моему, не влезла на эту карту. А, нет, влезла. Тут еще сратая генерация и нет перепадов высоты. Разработчики обещают это когда-нибудь добавить. У них там куча пунктов, что они будут делать. И вот, короче, вот здесь есть два пирса, на которых стоят рестораны. Теперь это просто плавучие здания. Это, кстати, не только ЗАГС, это еще мэрия, но теперь это чисто огромный ЗАГС. Вот сюда, кстати, нельзя пройти. Вот сюда, вот. ЗАГС находится вот здесь, вот тут фонтан. Не такой, покрасивше. Ну да, я переезжал с того адреса, а потом вернулся обратно. Вот тут, кстати, школа. Тут детская школа, тут церковь. Вот это, кстати, церковь, видать. Ну, кстати, очертания, очертания, чат. Смотрите, очертания это правильные. А вот тут третья школа. Или вот это. Нет, вот это спортзал третьей школы, вот это третья школа. Вот это детская часть детской третьей школы. Тут еще вот забор должен быть. Вот тут парковка у церкви. Вот это вот все, это не парк, это парковка здоровенная. Потому что у церкви есть парковка. Идем грабить вкусноточку. Я покажу, где она. Она вот тут. Ресторан. Но он вот тут. Вот тут как раз таки магнит, который помечен. Сам пришел, понятия не имею, что это. Тут кафе «Сова». Вот тут там пришел... А, не, вот оно. Вот это вот Додо Пицца должна быть, но не помечено. Возможно, если выбрать это здание, потом будет написано. Уютный дом, кстати, уютный. Сам пришел, сам ушел. Да, но мы не здесь, это далеко. Мы стартуем в середине и ищем наиболее выгодное место. Есть, конечно, ультимативное место, детский сад. Посмотрите, как он выглядит. Это буквально крепость. Причем вокруг пустырь, специально, чтобы было удобно отстреливаться. Мне кажется, это какая-то советская архитектура, знаете, она продуманная на случай войны с НАТО. Майор живет на пустыре, да, вместо моего дома тут пустырь. Так что не найдем его. Семь жемчужин, понять не имею, что это. Иртыш пивной бар. Вот это ЦСКА. Не знаю, что вот это за спортивное. Вот это вот поле, сейчас тут футбольный и теннисный корт. А вот это вот огромный пустырь. Здесь строят третью школу. Вот та школа, которая вот тут где-то сейчас. Где церковь? Мы ее найдем, она крестом выглядит. А, вот я еще рассказывал. Вот в этом здании, ребят, вот в этом здании, короче, ИРЛ находится Сбербанк, СДЭК, 50 магазинов
и секс-шоп. Но как вы можете заметить, теперь это большой денжен. ЦСКА, где негры? Да, именно тот самый. Наша цель — сделать здесь второй штаб. Вот это вот как бы важнее, чем вкусная точка. Вот здесь мы должны обосноваться. Видите церковь? Вот она. Вот это вот третья школа с двух сторон, а посередине церковь. Вот ее перестраивают. Это вот была блатная школа, там учились чеченцы и кавказцы. Возможно, именно поэтому она и стала блатной. И вот из этих двух маленьких зданий ее перестраивают вот тут. Вот в этом вот огромном куске карты. И там прям элитную школу строят. А работал я, кстати, вот тут раньше. Но мы переехали. Вот в этом здании. Но его не видно, оно в тумане войны. Остался только мясник. И вот тут еще вот этот дом. Вот тут вот дом, где я жил раньше. Впервые. Это парк? Нет. Вот это поле было запрещено для того, чтобы на нем ходить последние лет 6, наверное. Там вечно думали что-то построить и закрывали его. Там проводили тесты автомобилей, там проводили еще что-то, и вот теперь его полностью закрыли. И на карте, если вы посмотрите, там будет на Яндекс, по крайней мере, карте, писаться, что это место стройки третьей школы. Мне очень нравится, что подписано как место стройки прямо на карте. У нас есть церковь новая. Но вот тут я не могу быть уверен, сейчас правильно ли я скажу. А я вам не покажу, там далеко. Вот, по-моему, вот тут вот. Вот тут вот где-то. Построили новую церковь с реально охрененным парком вокруг нее. Я надеюсь, что когда третью школу старую снесут, вокруг нынешней церкви в центре построят нормальный крутой парк. Потому что школу блатную, ту, в которой чеченцы учатся, да? Вот ее хотят снести, потому что она на территории церкви стоит. Внезапная экспансия, внезапно базанули. Ну, кроме детского сада, я не знаю, все остальное выглядит неубедительно. Разве что ЦСКА захватывать. Есть ли в игре статуя двухметровой женщины? Слушай, я очень сомневаюсь, потому что, смотри. Вот так выглядит набережная. Я буду с вами честен. Геленджик, конечно, захолустье, но не такое. Там вот так не бывает. Вот тут вот фонтан, на котором типа земной шар и сверху два влюбленных. Потому что это ЗАГС, а он типа перед ним. Вальдемар, 500 рублей, спасибо. Покажи Северодвинск, это не так легко, как ты думаешь. Покажи Северодвинск больше, чем. Ну, я могу попробовать. Просто оно нас немного растянет по времени. В любом случае, уже понятно, что я буду в детском саду. Конец света, пляжи заросли. Да. Даже по ребрике убрали. Я думаю, что с перепадами высоты там хотя бы песочек появится. Вальдемар, надо показать, где это. Где-то вот тут, рядом с Архангельском, правильно? Ну вот эта вот часть карты, видите, черная. Черная, значит, тут вообще ничего нет с точки зрения игры. О! Но мы можем посмотреть только вот этот квадратик, который большой. Еба у него застройка там, посмотрите. А я в геогестере ничего, кроме Геленджика, не угадаю. Это о чем? Улица Логвинова. У них есть улица в честь лучшего игрового журналиста. Там, где вода, там, где там завод. Вот это? Вот здесь?
Или вот здесь я вижу Ягринское шоссе. Октябрьское. Я не вижу. Октябрьскую, хоть убей. Блин, у него улицы те же самые, что у меня. У него тоже есть Первомайская. Проспект Ленина. Карла Маркса. Южная. Чё у вас Южная забыла? Вы чё, ударились вы не на югах? Сейчас, блядь. Я двигал, поэтому непонятно. Не тут? Или вот этот вот? О, Октябрьская нашел. Но тут пресеты очень скучные. Типа, даже вот на этой карте нет смысла показывать. Я сейчас... Потому что тут может показаться, что застройку правильно показала. Сейчас, тут, чтобы понять, насколько все плохо, надо выбирать Японию. Смотрите. Типа тык. Выбираем густонаселенное любое место. Вот кажется, что тут должны быть небоскребы, правильно? Сейчас давайте даже вот, 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 вот тут точно где-то должны быть. Нагоя. Я думаю, что тут должны быть небоскребы. Так что тут реально брать Усть-Пердюйский, какие-нибудь типа Волгограда и Геленджика. Потому что большие города есть на картинках. Игра делает вид, что они в ней есть. Но игра нагло врет. Сейчас вы увидите Японию, ребят. Когда-то Uber Marginal сказал, что Рашка, она везде. Сейчас вы поймете, что он имел в виду. Сейчас вы поймете, что сраные анимешники вас наебывали. Будет смешно сейчас обосраться, и сейчас генерация нормально сработает. Я почти уверен в себе. Слишком долгие загрузки, типа, если б не они, можно было бы реально все пересмотреть и даже не на Геленджике бы сесть. Но нет, Геленджик, он смешной, потому что, ну, это Геленджик. Это тут живет Назар. Не, Назар все еще в РФ, его не выпустит. Он рассказывает, что он на коротком поводке у ФСБ. Не знаю, мне как-то кажется, что вот, ну, Япония, там точно должно быть все высокотехнологичное, крутое, в небоскребах. Может, я отстал от жизни? Как оперирует разности высот? Пока никак. Прямо сейчас карта не может быть не плоской. Только дома разной высоты. Вот, ребята, в принципе, так выглядит Япония. Вы можете сказать, что, по-моему, я видел это в Геленджике, но вот это вот Япония, ребят. Япония. Япония. Сейчас Япония будет селом ебаным, а вот это вот что, по-твоему? Единственное отличие все на непонятном языке, ребят. Вот так посмотришь на карту, до хрена всего. А приблизишь, блядь. Да обычное все. И панельки кругом. Тут вон что-то стоит даже. Сейчас это пивнуха окажется, смотрите. Пивная. На русском, ребят. Пока нет, но там это. С патчами добавят. Наши слоняры открыли в Японии, прям в Нагое, пивную лавку.
Главное, смотрите, на экране загрузки-то небоскребы. Может, адрес пивной? Как будешь в Японии, заскочишь, да? Там еще скоро этот Manor Lords выходит, которого разработчики буквально Slavic Games. Или как-то так. С другой стороны, вот здесь есть небоскребы, и очень странно будет выглядеть механика, которая в подсказке указана. То есть полтора землекопа каких-то кривозубых крестьян могут снести небоскреб за пару дней. А Даниэль Вавра вообще очень много раз высказывался про конфликт, мы просто не обращали внимания. Ладно, господа, Геленджик. Нет, не здесь. Вот здесь. Меня смущает огромный пустырь, конечно, который занимает свое место. Ну, что поделать. Нормально, без переименования зон. А, ну потому что... А, я ж не это хотел. Я хотел вам еще показать план. Следующий план развития — это без сюжетного режима. И потом непонятно, он вот так идет или вот так идет. Если столбиком, то перепады высоты появятся... А где? А, ну, не скоро, блядь. А если так, то в принципе примерно так же не скоро. Кстати, вот это вот все они обещают в ближайшие месяцы. Ну, все мы знаем, что ближайшие месяцы — это очень размытое понятие. Через пару лет они добавят 3 пункта из 19. Так. Пискьера, Италия. Нет, не Италия. Да, Геленджик. Я бы в первую часть поиграл про мэра, про шефа полиции. Ну и так сойдет. Все вы и без этой игры знаете, что я профессионал. Повысили. На зеленом. С красными буквами. Абсолютно нечитаемый дизайн. Если вы видите, во Фрибурге я был хорош. Гнали санными тряпками, да за то, что я был хорош. Вот знаете, где еще пиздатое место для выживания? О, точно. Вот здесь. Можно было бы, кстати, чуть больше туда взять. Потому что видите вот это вот огромное место? Это винзавод, о котором я вам рассказывал. Гаражи, вот это вот, кстати, гаражи. По-моему, вот это вот, кстати, все гаражи. То есть сейчас она нарисовала их как домики, но, по-моему, это фавелы гаражные. Алло, Гирос. Но на Гирос уже задонатили, уже даже не побайте. Сейчас я найду. Вот это вот тоже, по-моему, гаражная фавела была. Как видите, это парковка, 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 автомойка, парковка, парковка, парковка. Три огромных цеха парковки. Хотя я могу заблуждаться. А, нет, нет, это точно фавела. Вот это вот все, это огромный гаражный кооператив, который образует фавела. И здесь где-то винзавод, это я вас наебал. Потому что он рядом с пятой школой. Вот эта школа, где я учился, кстати.
Она, по-моему, не так выглядит. Хотя буквой N. Ну, не знаю, теперь она выглядит как буква А, может быть, что-то поменялось. Вот это вот. Кстати, по-моему, даже очертания можно разглядеть было. Да. Вот это забор школы действительно так идет. Вот тут калитка, которая просто нахуй разъебана, и вот так вот можно было проходить. Кому угодно. А вот дорога, по которой возят машины. Вот тут охранник был. Вот тут и нормальная калитка, и охранник. Как вы можете понять, тут есть дыра в системе безопасности в лице разъебанной калитки. А вот это дом, кстати, по-моему, в котором я жил. Или вот этот, или вот этот. Тут бабушка моя жила. Мне нравится, что у пятой школы рядом какие-то, блядь, развалины замка Бранденбургского стоят. А вот это здание, вот это туалет. То есть вот эта вот вся школа, в ней были туалеты, но их постоянно закрывали. А вот этот туалет оставляли открытым долгое время. Но там, короче, второклассник какой-то ебанутый из плохого класса решил, что отличная идея нассать в пластиковую бутылку и обливать всех вокруг себя. После этого инцидента закрыли здание. В принципе, оно и так выглядело, как будто его никогда не открывали, но после этого его закрыли уже официально. Вот это футбольное поле огромное, где мы с одноклассником, когда ж была перемена, тупо ходили кругами и общались, потому что было впадлу что-то делать. Четыре часа охуенных историй. Да, карта — это отличная штука. Еба, озон отхватил, ребят. Вы посмотрите, озон и нотариус там, блядь, ПВП устраивают. Две ЧВК. Детский сад Рябинушка, кстати, охуенно выглядит. Тут можно штаб делать. Ебать, посмотрите, какая тут застройка охуенная. Бац, стенка, бац, стенка, бац, стенка. У тебя, блядь, замок огромный. В спальном районе-то тут, блядь, пиздато. Эверест, кондиционеры, ебать, они их тут производят, видимо. Дизайн студия Fresh. Неплохо устроились. Это знаменитый проект дубайского города линии. Арабского, эмиратского. Ты, возможно, видели его. Ебать, небоскреб. Я не знаю, что это, чат. Сразу вам скажу. Не помню небоскребов. Пункт выдачи заказов. Уралсиб. Небоскреб. Мишель. Она еще даже не началась. Бля, я хочу не похойки, я хочу это, НКР новую переработанную застримить. Вот, кстати, посмотрите, какой детский сад, не найди, они все какие-то, блядь, дико безопасны. А, нет, по-моему, тот первый, который я показывал, да, я его узнаю. Тут вот огромная стена вжилая, удобная. Сейчас еще где-то есть место забавное в плане конкуренции, знаете. Я боюсь, что я его так легко не найду теперь. Вот оно. Вот это, короче, переулок, где всякие теплотрассы идут и прочее. Вот у этого дома, кстати, вот он, это не только детский сад. У этого дома еще прикольная штука, с реечкой для кота стоит. Вот, но мне нравится очень вот это вот противостояние. Опять Туфорт происходит, как видите. Рыночная конкуренция, два детских садика через улицу. Ну, в игре вроде 2018 год. Мы ничего не знаем, откуда появился зомби-вирус. Но я предполагаю, что он пришел откуда-то западнее России и восточнее Германии. Вот откуда-то оттуда, говорят, там были биолаборатории.
Я подозреваю, что это как-то взаимосвязано. По крайней мере, в лоре вот этого прохождения наши бравые солдаты будут окапываться в детском саду, чтобы противостоять угрозе, которая пришла из биолаборатории одной страны, недружественной. Сейчас, подождите, я сахарку в чай закину. This is the infection-free zone. Please respond. Chief, this is the same. Let's go there. Куда? School, улица Грибоедова 1. Не помню эту школу, но так и быть, сделаем вид, что она тут есть. Operator. Так, кто же с нами начинает эту игру? Анатолий Быков, Василий Быков, братья, кстати. Евгения Бондаренко и Серафима Шмонина. Максимум веры в Серафиму. С таким именем нельзя проебать. Operator. И второй отряд, Илья Тарасов. Ага, понятно. Анна Пучкова. О, доброго времени суток. Елизавета Герасименко. Лидия Олейникова. Это супружеская пара, так. Осуждаю. На территории Российской Федерации такие отношения запрещены. Не надо. Сразу начинаем. Начинаем. Во все стороны двигаться. Нам очень важно найти базу. Вот сидишь, никого не трогаешь, живешь на своей улице декабристов, а твой дом пометили как, блядь, хижина, которую единственное, что можно сделать в игре, это разобрать. Потому что это хижина. Что это скажет администрация Твича? Как я понимаю, администрация Твича приоритет отдает законам Российской Федерации. Потому что если поставить тег, что ты играешь в азартные игры, то у тебя сразу же банится канал на российском сегменте. Как я это сказал, на российском сегменте. Да. Сразу с акцентом, чтобы все понимали, о чем мы. Так, собрать кирпичи. Вот мы в детском саду, да? Оп, парочка кучек кирпичей. Оп, блядь, какая-то хуета. Из кучи кирпичей. Clear. Clear. No more to find. Building clear. Так. У нас есть кирпичи? У нас нет кирпичей, мы не можем строить кирпичные стены. Мы недостаточно хороши для кирпичной стены. Надо стать достаточно. Кирпичная стена пиздец нужна. Блядская елка мешает. Дерево убрать. On my way.
Вот этот парень, Илья Тарасов, выглядит вообще не как Илья, и тем более не как Тарасов. Он выглядит так, словно бы Кодзима перебрался в Россию под шумок, в Геленджик отдохнуть. Но тут бац, незадача как бы случилась. Произошел совершенно неприятный и неожиданный удар из биолаборатории. Делаем еще один отряд. Бля, какой лютый. Алексей Юнусов. Никита Ахмедов действительно похож чем-то. Валентина Быкова, Екатерина Дроздова. Удобно устроились. Удобно устроились, господа. Гиды брат про ГГ из Прая 17-го. Кстати, похож был. Действительно. Не знал, что они Ахмедовы. Переехали, фамилию поменяли, чтоб не отсвечивать, да? А то юны какие-то, бля, подумают еще, что мы из Кореи. Валерия Дибрят в шлеме военном добывает дерево. И Константин Лещенко смотрит такой: ля ты заебал. Лара Крофт в переходке. Да, кстати. Ну, на первой тоже можно сказать. Но вот на второй она вот как из этой, из первой игры. Перезапуска. Вот это дерево, кстати, приоритетное. Оно мешает. Вот здесь вот надо закрыть уголок. Первостепенно закрыть уголок там и закрыть уголок здесь. Обезопаситься. С одной стороны хотя бы. И хоть здесь, наверное, наиболее лучшие места для бутылочных горлышек. Мы будем, блядь, кушать кактус и пытаться сидеть тут. Постройте здесь убежище. 38 дерева нужно. У нас есть 38 дерева, отлично. Потому что у нас 40 из 27 живет в детском саду. Кстати, мне кажется, в детском саду не такая вместимость. Мне кажется, там побольше людей вмещается. Маленьких людей он точно больше в себе умещает. Может быть, ошибка вот в большом здании штаб делать? Может быть, игра хочет, чтобы я вот тут штаб делал? Может быть, игре без разницы, она абсолютно любое здание будет делать вот таким по характеристикам? Да, конечно. Я думаю, что тут, чтобы было богато, круто и дорого, еще много времени придется преодолеть. И помимо этого времени им придется еще моды накатывать. Такие у меня предположения. Кстати, посмотрите, настоящие мужчины взяли себе мачете вместо пистолетов, а пистолеты женщинам отдали. Джентльмены, я бы даже сказал. Но наша цель — добыть книги в библиотеке. Библиотека, кстати, по-моему, в стороне секс-шопа. Ну ладно, не так близко. Тут еще один геленджикский небоскреб, кстати, стоит. ЖК белая не... А, ну, кстати, тут высокое здание, это правильно. Только тут и больше зданий должно быть, но так и быть. ЖК и ЖК. А, ну да, все сходится. Вот это вот элитная часть города. Вот это вот. Видите, сколько жрален сразу тут рядом. Это все в одном здании, кстати. Вот эти три, по крайней мере. Тут вот так вот идет, по-моему. А, нет, вот этот элитный ЖК. Его не видно. Да, он за пределами. Мы не можем посмотреть на элитный ЖК. Ломбард Геленджик. Жральня. На крыше кафе. Ритейл. Жральня.
Ритейл, херсонская жральня. А, ну это магазины, окей. Завхоз, жральня, инструменты. Я пользуюсь, кстати, в городе 5 улицами. Сам пришел, да. Блин, ЗАГС реально пиздато выглядит. Это крепость. Они, скорее всего, вход, да, вход с внешней стороны. Но, кстати, он здесь же ИРЛ. Это гостиница царских времен, которую потом сделали Домом Советов, а которую теперь сделали мэрией. Улица Хрючевная. Город Хрючевный, ты о чем? Но это первый день, так что я думаю, 1 апреля, кстати, игра начинается. А, это версия, думал, 18-й год. Ноль, 24-й день, 4-й месяц, я помню, апрель. Да, не сходится. Так что мы не знаем, в каком году это все происходит. В 29-м, блядь. Я все равно планирую во всем обвинять биолаборатории. Не поверишь, я тоже об этом подумал, когда играл. Вайбы те же самые. Какие-то чуваки ходят, собирают говно. Не, я бы ИРЛ окапывался бы реально вот в этих вот селах, потому что они на пиздец высоте и... Вот, кстати, опять же таки, ребят... Фавелла! Фавелла. С точки зрения игры, это все гаражи, в которых есть топливо. Добраться сюда, и мы больше никогда не будем нуждаться в нефти. Две фавеллы, которые обеспечат нас топливом до конца жизни. Люди там бензин пьют. Настолько жизнь у них неприхотливая. О, заметили кого-то. Три балбеса ходят, не страшно. Ребят, пора хуярить. Дождались, пока зайдут, чтобы урона схлопотать. Ну, зато сами не потеряли ничего, ладно. Так тоже можно. Мы хотели, чтобы было лучше, но и так приемлемо. Вы еще стены здесь не видели. Сейчас-то дерево срубим, я... Покажу, каким здесь Дональдом Трампом можно быть. Замечена орда. Опять врагов всего. Но при этом, как в State of Decay, типа, ближние дома, вот, больших что-то есть, в маленьких вообще ни хрена нет. Любое место, где ты спавнишь, это место, где нихуя нет, потому что, ну, ты же тут заспавнился, чё мы тебе... Портовый лут кинем вначале. Нет, не кинем. Мне вот интересно, если бы я заспавнился вот тут, тут бы все равно школа была. По идее, да. По факту, хер знает. Нормально, никто не пострадал. Бежали строители строительствовать. Эти говнодомики быстро разобрали. Молодцы. Можно теперь, наверное, и не только говнодомики разобрать.
Sir, the people have reported hearing a lot of noises coming from underground. They're afraid that it could be infected moving through the sewers. Эти знаменитые коллекторы в России, да? Любой, кто хоть раз видел открытую канализацию в РФ, он как бы удивится таким заявлением. Люк чисто, чтобы в трубу кинуть какую-нибудь хуйню всегда. Неважно. Нам похуй. Рядом нет канализационных люков, все будет хорошо. Если Варик свернуть в деревню в одну улицу, ну игра должна видеть, что там есть здание. Вот на пустыре, если нажать, игра скажет, здесь слишком мало зданий, чтобы играть. Выберите что-то другое. Или откройте редактор и сделайте сами. Редактор качается отдельно, весь 500 мегабайт, и открывается редактор Unity буквально. Это вот, разберите нахуй, этот дом нам не нужен. Братья Быковы идут обшманывать огромный дом. Дамы и господа, внимание. Нам супер хуёво. Мы практически ничего не можем. Мы в шаге от того, чтобы все умереть. Но тем не менее. Наше строительство стен. Она буквально в два этажа высотой. Архитектор здешних кирпичных стен буквально в какой-то момент выходит и такой: And we build the wall against the infections. Так, кирпичи у нас есть. Хватит на эту стену. Что у нас по дереву? 30 дерева. Насколько нам нужна тут башня? По факту они будут идти туда, где у нас будет проход. Так что башня тут толком и не нужна. В смысле? Там это... Защитные укрепления в Китае видел? В обе стороны стоят. Почему? Потому что от китайцев защищали. Это русские построили, чтобы китайцы отъебались. Китайцы, суки проклятые, присвоили. Че, неправду хочешь сказать? Нам надо пиздить книги, пока можем. Пока у нас тихо и спокойно, надо воровать. Так, навесик тут. А у этого здания, бля, вот тут это здание плохой навесик. Ну и у этого оно не замечательное. Цель сделать квадрат. Вот тут вот, наверное, закрыться. Вот тут. И вот тут вот у нас негде, нет зданий хороших, к которым можно присраться. И в идеале вот так присраться. Чтобы у нас был большой целый квартал наш. Вот эта вот подсказочная штука, она, кстати, пиздец мешает, потому что я вот не знаю... А, это удобрение. Можно все-таки вниз вывести. Но все равно она огромная и некрасивая. Надеюсь, они ее уберут в будущем. О, у нас есть мешки зерна. У нас нет людей. Мы, в принципе, можем пожертвовать частью строителей и собирателей. Пока у нас достаточно консервов, наверное, пока попустимся и на консервах посидим.
Research done. Operator. Уловы. А, ну это эти же. Вижу отряд 1, вижу отряд 2, отряд 3 пошел. Это здание заражено. Ага. У нас фул вооруженный, ебать их там. Идите нахуй в соседнее здание. Убейте его! У вас Кодзима в отряде, дайте ему сделать свое дело. Ебаню, целую толпу заварили. Нормально справились. Я в них не верил, и не верил зря. Зараженные сидели в школе и поумнели, а вы... А вы, небось, не хотели в школу ходить в детстве. Вот, вот ошибка. Там буквально даже конченый идиот сможет стать умным, если будет ходить в школу. Серьезно, в настолько огромном здании две консервы. Ну, удачно. О, кстати, смотрите, сейчас кто-то проебет с двух ног при спидран проеба. О нет, Никита, все хорошо. Никита пережил. С той стороны стенку строил, так не предсказать, как бы с какой стороны они появятся. Center and assign the most technical minds there. Okay. Let's do this. Наши самые светлые умы воюют с зомби, вы о чем? Ладно, у нас есть сарай рядом со школой. Так и быть. Откроем там шарашку. Центр исследований, господа. Вот в этом сарае будет научная лаборатория. По-моему, вот эти двое заслужили отдохнуть. Нормально повоевали, можешь пока поспать. Надо двигаться в сторону Жралин, мне кажется, иначе у нас еда кончится. Но Жралин это далеко. Что у нас тут? Все по 15 рублей, выезжаем. Это наше. А это что? New Steel с улицы Грибоедова. Непонятно, написано ли, что рынок. Надеюсь, они оставят за оплату. Не хватает пистолета. Вам не нужен пистолет, вы воюете луками. Так, еда пока увеличивается, но это главный наш ресурс, который нельзя проебывать. Ну, уже, я думаю, бесплатно. Маняня, улица Грибоедова. Ресторан. Ресторан Маняня, интересно. Так и быть, а ну, тут остановились, мужики. Поехали. А это что у нас? Банзай, японская кухня. Но это на сладкое. Так, у нас есть два свободных человека. Разобрать здание. Я не знаю, как вы это сделаете, но... Здание должно быть разобрано. Thank you.
Так, ну вот тут у нас прям мощный фортпост. Вот здесь больше никто вообще не пойдет теперь после этого. Мы настолько обезопасились, что теперь эта защита станет бесполезной. Хрен знает. У меня ноль просадок, но я вообще не удивлюсь, если ты про звук, например, говоришь, что там точно хуёвить может. Потому что я хрен знает, что с ним, но я уже в изучениях звуковых проблем, знаешь, преисполнился. А, пиксели разваливаются? Нет, тут вполне себе, тут куча мелкой хуйни, она рябит, и из-за этого картинка будет разваливаться. Так, в Маняне осталась еда. Ебаво, не устился, еще тоже куча еды. Все по 15 рублей обчистили. Но там, видимо, ни хрена толком и не было. Там, видимо, еще до пандемии все забрали. Грех удивляться, как бы там такие цены. Там смешные цены. Я промазал. Шарашка открылась в другом здании. Плохо. Мы дали слишком много места этим умникам. Помяните мои слова, они сейчас на книг начитаются и свергнут единственного, кто понимает, что делать. История показывает, что оно всегда так работает. Зомбение. Удобно. Хорошая ночь сегодня. Надо пообчищать тогда все. Еды на какое-то время хватит. Сколько у нас жителей? Есть вообще возможность это посмотреть? Вот здесь 40 у нас человек. Сколько они едят в день? Видимо, не 40. Потому что иначе бы оно не увеличивалось, а уменьшалось. А что это? Продукты ИП Акопян. У Дианы, улица Шевченко, 30. Вот обозначение можно включить. Иртыш, пивной бар, точно. Кохмастер. Какое интересное строение. Вот, пивбар еще один. Но тут много пивнушек, это правда. Тут же детский сад рядом. Управление по делам молодежи. Непонятно, что там. Но управление по делам молодежи. Три тарелки, своя столовая. Секс-шоп рядом, кстати. Недалеко. Городская поликлиника. Неизвестно, что там. Вот при этом стоматологическая, а точно медицинская. Кто-то, видать, накрутил в звездах плохих городской поликлиники, она теперь не считается медицинским заведением на Google карте. У этих есть, у этих есть, все, вы работаете. Chief, we've just found a shitload of supplies. Some prepper must have lived here. They piled up enough to survive the apocalypse.
God bless these preppers. Так. Вычисляем. That's great news. Take it all. Колхозная 30. Колхозная 30, понятно. Тут, кстати, по-моему, элитный дом стоит. Вот особняк. Вот это вот все особняки, по-моему. Сейчас, если я все правильно понимаю. Нет, я, по-моему, неправильно понимаю. Вот тут точно. Где-то вот с этой или с той стороны. А так да, ребята. Выживальщик, у которого ни хрена себе еды было. Мы этот дом будем обчищать всю жизнь. У него там сложено больше, чем у нас на базе. Сука, о детях подумай. Пока не поздно, отдай все в детский сад. Думаю, Рэл в этом доме армянская шашлычная. Нет, там точно частник.